Эпидемия не прошла мимо внимания военных. Но даже у героев есть свои пределы. Что происходит, когда солдат остается один? В 19
17.00 мы высадились у колледжа Фэнкот Мемориал. Задача — не дать инфекции распространиться. Но вскоре зараженных стало так много, что мы потеряли оперативный центр. Я единственный из моего взвода сумел найти безопасное место. Чтобы успешно добраться до места встречи со второй группой в зоне 3, мне потребуется хорошее снаряжение. Они лезут из стен. Они лезут прямо из сотовых стен.
Yeah.